смотри, опять ты плоско запустила первый валан, получила высоко и глубоко тебе, и как бы все. Костя ерунду какую-то сделал. Пара. Конечно. Или моя цель как-то
Ну, быстро, быстро можно ударить, но на быстрый укороченный, может быть, Константин не готов. Вот. Ваша цель сделать такой укороченный, чтобы с той стороны вас не, не задавили. Ну, поняли, да? То есть, если сделать укороченной горкой, то могут плоско в вас тыкнуть, вы останетесь сзади, и уже тяжело будет. Либо вы делаете смеш, опять, в вас плоско, вы не успеваете. То есть, задача сделать так, чтобы вам не сделали плоский, когда вы находитесь в задней зоне. Вот так. То есть, это может быть высокодалекий, может быть укороченный, все что угодно. Но чтобы вас там плоским не это. Все остальное не страшно. Плоский в заднюю зону на девочку страшно. А зачем, Константин, у вас там по линии? Конечно. По линии там прям вот. А куда ты лезешь? Скинь на сетки и дальше беги. Какая халява была. Опять по линии, Кость, ну пробейте плоский, продавите и все. Скинуть, 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 чтобы она пробежалась.